Всем огромный привет, магазин IKEA. Отвечаем на запрос шторы, ну, гардина Санелла. Так, вот начнем с цвета серого. Ну, цвет от цвета отличается только цветом. Классное начало, конечно. Итак, данные шторы 5000 стоят. Одна пара. 140 на 300. Блокирует свет и защищает от посторонних взглядов. Есть еще другие цвета. Вот. Серое полотно. Что-то как-то так смотрят, что ли, неаккуратно. Или оно приходит в негодность. Здесь одна сторона бархатная. Причем такая не сильно пушистая, но именно бархатная, да. Так вот. Сейчас пробую сейчас со вспышкой. А другая, соответственно, гладкая. В комплекте две гардины. Можно посмотреть. Усадка максимум 4%. Машина цирка 30 градусов. Гладить с изнанки. Я про них немножко читала что-то типа форума, что они делают усадку больше, чем 4%. Это надо брать во внимание. Я не знаю, критично это или не критично. И лучше вначале вот стирать, а потом вешать, да? Но я не знаю, как это, насколько это правильный совет, не совет. Еще там писали, что и как-то подклеивают, то есть не подшивают, а вот есть тут... Тоже где-то специально вот это вот проглаживаешь, приклеивается, то есть, чтобы потом можно ее убрать, и, ну, если она сильно усела в шторе на гардину, то вот распустить, и будет нормальная длина. Это такое отступление. Сама я не знаю, мы такие шторы не покупали. Но они, я смотрю, что смысл такой же, как у блокаута, они не пропускают свет вообще. Вот, на лампочке. Ну, просто оттеняется. По первому, как бы, ощущению, пощупаешь, да, смотришь, они красивые. В принципе, такие можно покупать. Ничего плохого я не могу сказать, но вот удобно сейчас эти форумы, можно почитать все-таки реальные отзывы. Как у девочек там, да, у хозяек было. Вообще, оно в разных цветах представлено. Там еще имеется зеленый, синий. Думаю, что еще и другие цвета, если поискать. Но так как я не одна в магазине, поэтому будем долго и упорно смотреть на серый цвет до конца этого видео. Кстати, вот они рядышком, блокаут. Да? Да? Нет? Тут такая вот плотная ткань. Тоже, кстати, цвет такой серый. Только смотрите, отливает немножко другим. Вот они два серых. Вверх у него вон, не видно, наверное, сильно высоко, как сделано. Сейчас посмотрю еще на упаковке, там тоже будет картинка. Ну и, собственно говоря, вот они есть. По другим цветам именно Санелла. Зеленый, кстати, идет, смотрите, со скидкой. Цвет темно-зеленый, темный. Он правда темный. Далее синий, без скидки. И да, кстати, также вот на форуме там были фотографии, что вроде того, что не очень плохо гладятся. Поэтому лишний раз почитать необходимо еще все-таки. Что тут из красного, ничего больше нету? Нет. Ну, в общем, вот данная серия штор. На ваше внимание. Надеюсь, немножко облегчила выбор, если вы не можете прийти и пощупать, посмотреть. Давайте, может быть, это видео все посвятим шторам, к примеру, Мьюран. То есть только что вот этот серый мы смотрели, 145 на 300. Сейчас тоже этот блокаут. И, кстати, красивый такой принт, что внизу. Раз, и там тоже. То есть не просто полотно. Блокаут они не пропускают. Ни холод, ни тепло, ни свет. В общем, ничего. 59, там 53.
без сборок, без всего. Можно им вообще вот одно вот такое повесить, да? Что у нас тут еще? Лиза Брит тоже как-то меня спрашивали, и я, правда, поздно ответила. Тут с вышивкой, ну, красивый тоже. Вот такое вот полотно. Красивое полотно. Цена. Разные цвета имеются. Из легких. Гардина одна пара. Ну да. Вот как раз таки сонело, что-то я не вижу 53, 59. Можем посмотреть упаковку, что показывала. Вот они. Блокаут. Какое полотно. Оно, кстати, тяжелое. Тяжелое, большое. А к шторам крепится. Да. 53 вот вообще не вижу. Чтобы показать. Ну, там вот, по-моему, такой же вот. Так же уже сразу сделано. 53. Вот 51. 54. Там вообще 30. Вот 53 внизу. Тоже, кстати, смотрите, какие они огромные, тяжелые. Да, у них тоже такие же кольца. Тоже два полотна. Вариант, как можно повешать, повесить, украсить, не знаю, как правильно сказать. Эти шторы, которые кажутся просто как простынь, в принципе, так вместе и очень даже симпатично смотрятся. Так, конечно, они очень простые-простые, такие простецкие. А эти вообще по джинсу. Гардина с прихватом. Ярко-синий. Ну, вот правда, вот так они сделали красиво. Смотрится поодиночке. Ну, не знаю, ну, шторы. Новинка. Тут, как я поняла, линейка штор всех цветов. Имена My Goal. 3000 все, да, без скидок они тут. Майгу. Такой эдакий легкий блокаут. Они не настолько плотные, как за 5000. О, смотрите, даже 1500. А, это другая, да. Темно-серый, такой светлый. 3000. Они действительно не пропускают, они легче. О, быстро закатается. Не очень видно, но здесь уже все в катышках. Именно где оборочку делают. Каемку. Край, господи. Цвет красный кирпичный. Оранжевый. Он же. Размеры 145 на 300. Хит продаж написано. Одна пара. Они даже легче вот. Трогаешь, они легкие, а те вот все-таки очень тяжелые. Светло-серые, вот они такие серые и светло-серые. Пожалуй, закончу свое видео. Новинка, Тибаст, Гардина одна пара. Ага, нежнятина, просто невозможно. Красивый розовый цвет. Новинка 3,5. Тоже, кстати, как джинсовая. Кстати, вон даже текстура такая же. Там темно-синяя, ярко-синяя. Здесь нежно-розовый. Нежный тюль.
нежный. Гордина одна пара. Так вот они вообще вместе здорово смотрятся. 1799. Кстати, тоже вот по акции темно-зеленый. С чего начинали, тем и закончу. Санелла, вот еще раз. Бархатный. Может, тут даже цвет понять не будет. С удовольствием отвечу еще на ваши комментарии. Заказывайте. Будем ездить в Икее, рассматривать все шторы. Ну, какие вам интересны. Новинки, не новинки. Все рассмотрим. Тоже Санелла, кстати. Кстати, светлая бирюза. Мне еще интересно, они вот закатываться-то не будут очень быстро? Как-то подозрительно на светлой бирюзе кажется, что они быстро закатаются. Но это только кажется. Ладно, все, теперь точно прощаюсь. Желаю приятного просмотра. До новых встреч и пока-пока.